Ралли «Шелковый путь» принимал участие 3 года подряд, и 2 из которых я стала победительницей, что стало для меня, конечно, тоже небольшим сюрпризом, но это был, скажем так, результат очень большой и плотной работы. А непосредственно в ралли «Казахстан» я принимаю участие 1 раз. Это моя первая гонка в женском экипаже. Надеемся всех удивить и показать, на что мы способны. А как вы вообще пришли к тому? Вам не хватает драйва в обычной жизни? Экшена какого-то? Дело даже не в драйве, а в каких-то, наверное, мечтах и желании как-то более интересно прожить эту жизнь, потому что всегда есть какие-то детские мечты, на чем-то прокатиться, и вот эта история меня очень сильно затянула, и хорошо, что нашлись единомышленники, которые меня в этом вопросе поддержали, и я очень рада, что я здесь и могу смотреть на Каспий и быть наряду с такими именитыми гонщиками со всего мира. Я очень счастлива, что рядом со мной находятся люди, которые меня поддерживают. Понятно, они в глубине души все переживают, мои близкие, мои любимые люди. Но когда они видят, как горят мои глаза, понятно, что никто не может отказать и только поддерживают, только вперед, только алга. Когда я сажусь за руль, одеваю шлем, я превращаюсь в спортсмена. Здесь мы, конечно, в первую очередь все спортсмены. И понятно, что все стараются помочь, но опять-таки мы спортсмены в первую очередь. И мужчина к вам относится нормально? Мужчина относится как к спортсменам, как только мы снимаем шлем, мы сразу превращаемся в барышень, в девушек, и улыбки мужчин всегда для нас. Toyota Hilux Everdrive. Назор Алексея. Хорошего стага классикал ралли день. Бірнеше дүркін чемпиона. Жеңіске жетіп, бір жыл бұрын механикалық мәселелерге байланысты жарыстың бірінші күні ойыннан шықты. Назар Алексия көптеген жылдар бойы француз телеарнасында спортшы комментатор болып табылатын тәжірибелі Матье Бамельмен бірге өнер көрсетеді. Назар Алексия, многократный чемпион Ближнего Востока по классическому ралли, двукратный чемпион мира в классе WRC2, победитель серии PWRC, обладатель нескольких кубков мира по ралли-рейдам, трехкратный чемпион Дакара и призер летней олимпиады в соревнованиях по скиту среди мужчин. Все это один человек. Голландиялық кәсіпкер Бернард Тен Бринке 2011 жылдан бастап автоспортта. Халықаралық жарыстардың және Даккардың тұрақты қатысушысы. Оның ең жақсы нәтижесі 2015 жылғы супермарафондағы 7-ші орын. Штурман Том Ралли Қазақстанның тұрақты қатысушысы. Өткен жылы поляк Куба Шидонскиймен бірге өнер көрсетіп әлем кубогын жеңіп алды. Том Жерар де Роймен бірге 2012 жылы Даккар жеңімпазы атанды. Даккар 2019-да 4-ші орын иеленді. Том өткен жылғы жарысының соңғы сұхбатында Маңғыстау табиғатына ғашық екендігін жеткізіп, біздің жарыстың күнтізбедегі ең жақсы екендігін айтты. Том ұйымдастырушыларға алғыс білдіреді. Бизнесмен из Голландии Бернард Тен Бринке в ралли рейдер 2011 года является постоянным участником Дакара и других международных состязаний. Его лучший результат на супермарафоне – 7-е место в 2015 году. Штурман Том – постоянный участник ралли «Казахстан». В прошлом году выступал вместе с Кубой Пшигонской и стал обладателем Кубка мира. Том является победителем Дакара 2012 года. Итак, следующая команда номер 206. Мирослав Заплетал Тим. Драйвер Мирослав Заплетал. Чек. Ко-драйвер Марек Сикора, Словакия. Ford F-150 Evo. Мирослав Заплетал. Один из самых в 2015 и в 2018 годах. Мухаммед выступает с российским штурманом Алексеем Кузьмичем. И следующая команда. Драйвер Кирилл Черенков, Казахстан. Фулл-драйвер Алексей Мун, Казахстан. Nissan Patrol. Халықаралық Түркістан ралли-рейдтерінде алтын иегерлері атанып жүр. Команда FIGA T2 санатында өнер көрсететін болады. Итак, Сириталан Крузер категории Т2 выступает Гуванш Мурат Хаммадов. И Сердар Моламурада. Для Гуванша это только вторая гонка. В 2012, 2013
России в 2018 годах. А мы встречаем следующую команду, number 223. А у нас на подходе команда number 230. Мото Бразил. Хелдрайвер Густаво Гульжамин. Бразил. Келлен Морей. 2020 номерден бразилиялық спортшылар өнер көрсетеді. Рейналдо Варана тәмеш санатындағы көшбасы және де абсолют санатындағы үшінші орында тұрған шабандоз. Өнер көрсетеді. Соның бірі Бруно Варана. Осы жылы өзін Дакарда сынап көрген болады. Победитель Дакара 2018 года в категории Т1. Пиньята Хосе Луис Пин. Хосе Луис Пиньята, драйвер from Spain. Подиумда испаниялық дуэт. Т3 санатындағы әлем кубок егерлері. Испаниялық экипаж Маңғыстауда. Сейчас ведущий команды номер 233. Савидова Уэстен Тим. Драйвер Федор Воробьев. Раша. Хелдрайвер. Тим Шубин занимает второе место в генеральной классификации в категории Т3. Кубки мира по ралли-рейдам. Табис. Для Федора Воробьева это дебютный год. Участие в Кубке мира в ФИА. По 235 номерам выступает первый женский экипаж в истории ралли Казахстан. Давайте поддержим, друзья! Мария Оспарина является чемпионкой России 2018 года в категории Т3. Обладательница Кубка России. Победитель шоу-конкурса 2017-2018 годов. Штурман Марии Людмила Петренко, бронзовый призер чемпионата России, серебряный призер чемпионата Белоруссии, постоянный участник ралли-марафонов. Поддержим наших очаровательных и бесстрашных дам! Дорогие друзья, слово рога, сядь телек, пен холдау, гусики, шабалахар, гусайя, мамза!